Лита Арксплюй Продакшн представляет. Хотя Ков ПДД, так что тут, ну, спорный вариант. Тут еще и Кираска. Но они не успели, да. Они не успели, они в итоге приходят на центр. Вазу бьют, Лотусорб на КВП. Ваза падает. И вот тут, я не знаю, что здесь можно сделать. Стоит два героя. И бьют твой и бьют барак. Эту бараку. Разор от Аигис. Пошли за Разором. Врывается Братрум. Успевает прожать БКБ Квапа, развели, нужно отойти. Подождать, подтянули пока... Разора, но это минус одна сторона. Но подождать, пока БКБ закончится, и вот теперь можно нападать. Квапа бежит, есть Разор, нужно рисковать, иначе они потом вернутся снова. Нападают на Разора, который успевает включить ультимейт, вешают Lotus Orb, Bounty Hunter. Нашли здесь Визажа, врывается Клокверк и нападает. Резолюшн очень больно. Ульт мимо Квапы, но Резолюшна, по-моему, так и так добьют. Ворованный ульт. Отличная игра. Ты посмотри, что творит Сайлент. Это ультракилл. Он готов дождаться пацана после Аегиса. Ай, ультимейт от Йоку. Как же божат, ты посмотри. Рэмпейдж. Ну вот, божественная комбинация сделали. Я не знаю, все, по-моему, идеально сделали в этом замесе. Как по мне, вообще главный герой этого момента — это Алоха, который своровал ультимейт Квапу. Да, третьего, и попал великолепный. И попал по всем. Ты сейчас съехал.